Вот, ты слышишь меня? Да, я тебя слышу. Черт, мне пришлось грохнуть одного, но товар у меня. Мне нужно выбраться из города. Копы обложили абсолютно все. Тебе нужно продержаться 15 минут и гнать в пустыню на всех своих парах. Ну, я попробую, конечно, я попробую. Трава будет, А, как обещал. блядь, я рассчитываю на тебя, чел. Мои братки будут ждать тебя. У вас 15 минут. Время пошло вот сейчас. Ищите меня, что ли? Вот сейчас это уже его приевшаяся фразочка. Все, поехали. Смысле, приевшийся. У нас не так много было серий. Вот сейчас я, мне кажется, проиграю. Я вот чувствую Сэр это прям. Леха, наш главный подозреваемый, которого сейчас мы ищем, украл 2 грамма гашиша и кинул меня в стаканчик из-под кока-колы. Это непростительная наглость. А то, что копа застрелил с P-90, это как бы нормально. А ты про кого вообще? У него страхование было? Нет, ну и что? Пиздец, все перекрыли вообще. Хотя все перекрыто просто. Вообще не продохнуть, нигде не проехать. Копы повсюду. Что это такое? А что это такое? Если честно, у меня даже руки немножко дрожат, мне стрёмно реально. А может он на автобусе, не? Ну, это Нет. было бы слишком странно, как бы я на нем Возможно. от вас уезжал. В Как моих ты интересах взять видишь? максимально быструю и прочную машину. Дань, ты Понимаете? второй этаж муштруешь? Муштруешь? Вы где катаетесь, вы можете мне сказать? Да, в этой игре столько тонкостей, Дань. Тебе их нужно У все. меня 20 часов. Леша, тонкость у тебя в штанах. Продолжай кататься здесь, я пойду проверю наше секретное место. На мосту что ли? Ну, возможно. Может быть и нет. Кто же знает, ребят? Короче, вот возле нашего спавна, да, не слышишь? Так, а чё тут у машины вдруг фары загорелись, а? Так потому что ночь. Ночь уже проходит, наступает утро. У вас Почему? осталось. Вы не забывайте, что вы можете использовать подсказку, у вас осталось 11 минут. 12 практически. Я бы сказал. Видите, тоже скажу, Никита. А кто там под мостом катается? Ну? Вообще-то на мостом. Что за бред? Дань. Mm. Арестуй его, пожалуйста. С пристрастием. Кого-то какая-то быстрая машина, ну-ка проверим ее. Ну, конечно же, я что, дурачок брать быстрые машины? Вы меня сразу спалить. Так, Никита, ты на машине или нет? Да. У меня всего 15 минут дается. Естественно, я на машине. Мне невыгодно будет ездить не на машине. Да нафига эта подсказка нам нужна? Черт так, его знает. так, 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 так. Это уже интересно начинает быть. Что у вас происходит? Мы тебя нашли, Никита, почти. А... Бля, что так страшно, кстати? Вот серьезно, я сейчас чувствую, сейчас в шкуре реально этого бандита скажешь. У вас такое бывает? С 2 граммами гашиша, между прочим. В автобус проверяете почаще? Автобус это, скорее всего, я. Почему боты стоят в центре внимания? Представь, вот люди сейчас в даунтаун приехали, значит. А тут все перекрыли. Самый, как бы, центральный главный район города, а здесь вообще не продохнуть от копов. Естественно, все на нервах. Не только я. Но я особенно, потому что мне грозит тюряга и бутылка. Повторю, за 2 грамма гашиш. И за брошенный стаканчик. Брошенный стаканчик, наверное, расценит уже как нападение на полисмена. Тяжелое нервоступление, кстати. Согласен. Вы не забыли, да, что у вас еще куча подсказок осталось? Так что вы их должны использовать по местоположению, по одежде. Ты много нас раз видел уже? Да, я видел раз 5, но это не подсказка, это я вам просто говорю. По местоположению я нахожусь сейчас очень близко к мейзбанку. А кого? Я знаю, где. Меня или тебя? Так, я видел и джип, и четырехдверную машинку. Я видел четырехдверную вашу машинку полицейскую, и джип я ваш видел. Так, а чё этот? Так что не волнуйтесь. Видит наземный свет. Так что вы как бы... Вы уже кучу раз передо мной спалились. Какой-то странный джип, ладно. На примету возьми, Тань, белый джип. Потом проверим белый его. Джип. И зачем мне брать белый джип, если джип. Я от вас буду удирать? Вы проверяете, Никит. Подсказку даю, у меня четырехдверная машина. Я от вас потом буду удирать очень долго, я уверен. Потому что я же вам скажу, что она как был пост, я прорву. Так, а что это он тут врезался у нас?
What the fuck, говорят. Лёх, что ты делаешь? Я проверяю людей. Я вижу. Подожди, что? Подожди, я говорю, я вижу. Угу. Подожди, а как ты мог это видеть? В смысле, как я мог это видеть? Ну, скажи факт, скажи факт. Не можешь сказать, да? Я был в да, не... Иди в жопу! Есть, он перевернулся, есть! Даня! Даня! А у нас по-любому плюс скорость. Он возле двухэтажной парковки едет сейчас в сторону моста. На второй этаж заезжай. На второй этаж. План перехвата, план перехвата. А, нет, он свернул в подземный гараж. Подземный гараж свернул. Ага. Что ты взял? Сейчас под мостом, там, где мы первого человека ловили. Понял, поехал, понял. Поехал направо. Блять! Ой! Даня! Даня, иди в жопу, Даня! Даня, нет, нет, Даня. Нет, сука! Врезался. Во что? Никуда я не врезал. Блять. Перевернулся. Мне главное на джип не нарываться. Джип очень сильно будет наносить урон, не надо! Есть! Лёша, ну ты гнуб, конечно. Лёха зелёный. Нормально, Данька играет первый раз, но он уже... Ну не первый, конечно. Давай, Лёш, трафик. Лёш, не меня пора! Блять, нет, 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 никакой коробочки, никакой коробочки. Никакой. Отлично, отлично. Чё? Так, тут я вас и запутаю, суки. Себя запутаешь только если. Давай. Ай, хорошо, вы себя бьете. Так я направо. И отстаньте от меня, мне как я от вас уйду на этой мелкой медленной хуйне? А нафига ты её брал вообще? Ну, чтобы быть неприметным более-менее хотя бы. Как ты меня вычислил? Типа то, что я факт просто не сказал? Не, ну я типа ждал, что твой пацан хоть что-то скажет, а он ничего не сказал. Ну я не могу ничего сказать, к сожалению, да, это единственный минус. Типа посигналил. Бля, потом... тут заграждение ваше, вы заебали, сейчас слово. А ты здесь не можешь ездить. Ну тут близко, как бы. Не, ну по сути, да, не могу. Мне надо возвращаться срочно. Блядство ебаное. Лёха, отстань. Быстро, Лёха, отвяжитесь от меня, ну вы серьезно. Отцепитесь, пожалуйста. Так, я на. Ой! Так, тут, по-моему, не вариант, не вариант, не вариант. Не вариант. Нет! Да, не вариант. Нет! Берем, выходим. В смысле? Иди в жопу! Нет! Шокер! 2 грамма гашиша, а? Отдал быстро. Давай, отдавай. Здесь меня перекосило. Вы управились за 10 минут 30 секунд всего. То есть вы еще время сохранили даже. Так что будет второй раунд, потому что это был довольно быстрый. Все. Переходим, собственно, к... Так, друг, на этом все, потому что следующий раунд получился безумно насыщенным и долгим, поэтому пришлось выделить его в отдельную серию. А тем, кому понравилась эта серия и кто хочет больше шоу RP Battle на канале AllPlay, чтобы серии выходили чаще, чтобы они были длиннее, чтобы они были насыщеннее, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить следующие видео по GTA 5 и многим другим играм. Также, если вы поддержите нас на Patreon, у вас появится возможность смотреть видео намного раньше других зрителей. Всем спасибо за просмотр, пишите в комментариях ваши крутые идеи. Также, если вы по какой-то причине игнорировали подсказки в верхнем правом углу по ходу видео, можете сейчас их открыть, проголосовать в всяких интересных опросиках, которые повлияют в будущем на дальнейшие серии наши. И еще раз всем спасибо и всем пока.